Утопический мир будущего, какой он? Только представьте, мы ходим в одежде одинакового цвета, едим одинаковые блюда и думаем одинаково. Фантастическая драма «Равные» выходит на экраны. В главной роли звезда популярной саги «Сумерки» Кристен Стюарт. Я не могу без тебя, я просто должен быть рядом. Ты понимаешь, что будет, если о нас узнают? Это недопустимо. Ты знаешь. Равные – жители утопического мира будущего, люди, лишенные возможности переживать яркие эмоции. Социум диктует каждому из них одинаковую линию поведения. Из-за странной болезни некогда бесстрастный человек становится подвержен сильным чувствам, а после – тотальный контроль. Люди, испытывающие страх, ненависть, депрессию и любовь, сразу же изолируются. Сюжет описывает историю юноши и девушки, которые пытаются справиться с нахлынувшим на них новым чувством. Герои питают надежду на лучшее будущее, хотят спасти свою любовь. А потому, рискуя жизнью, решают совершить побег. До встречи с тобой. Это еще одна невероятная любовная история, которая сводит вместе двух совершенно различных людей. Сними шарф, раз уж ты надела такое платье, Кларк. Носи его, как полагается. Лу Кларк – девушка из провинциального городка. Ее жизнь скучна и однообразна. Но один случай меняет ее навсегда. А началось все с того, что Кларк уволили с работы. После долгих поисков она устраивается сиделкой у одного богатого мужчины. Им оказался Уилл Трейнер – сын богатых родителей и настоящий баловень судьбы. Он купался в роскоши всю жизнь. Но после несчастного случая Уилл оказывается прикованным к инвалидному креслу. Вместе со здоровьем травма отняла желание жить. Когда появляется Кларк, серые будни раскрашиваются в новые яркие краски. Жизнь героев кардинально меняется. Должен тебе признаться, Кларк. Ты единственная причина, по которой я все еще просыпаюсь по утрам. Белку не видали? Здесь где-то бегает, кабы чего не вышло. Продолжение мультяшного экшена. Ледниковый период. Столкновение неизбежно. Смотрим вместе. Скрэт, саблезубая белка, мечтает наконец настигнуть такой манящий, но постоянно ускользающий из лап желудь. Случайно он оказывается на таинственном космическом корабле, который мгновенно отправляет его в открытый космос. В результате цепочки действий Скрэта вся планета Земля оказывается под угрозой разрушения. Это только начало. К нам несется астероид исполинского размера. Мы пойдем на место падения, все там исследуем и придумаем, как его остановить. Давние друзья, ленивец Сид, Мэнни и Диего пытаются спасти ситуацию. Вместе с другими животными они покидают свои дома и отправляются в сложный, полный приключениями путь, где знакомятся с новыми неизведанными мирами и яркими самобытными персонажами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Встретимся через неделю. Смотрите кино!